Последним этапом реабилитации является социальная адаптация человека, или, как она называется, еще ресоциализация. Для этого в организации создан интегративно-тренинговый центр, который помогает человеку адаптироваться и вникнуть в действительность, которая происходит. Когнитивно-поведенческие психологи дают задания человеку, возвращающемуся в социум, выполняя которые, у него приобретаются необходимые утраченные навыки социальной адаптации, которые включают в себя возможность устраиваться на работу, возможность построения взаимных отношений и устройство личной семейной жизни.